Здравствуйте, с вами дядя Гоша, и мы играем в танкушки. В танкушечки мы играем. Смотрите, какая красивая, да? Ну что, понимаете, да, как мы завязаны на всей этой эротике? Как мы зависим от женщин. Господи, почему мы зависим от женщин? Ладно, погнали. Что-то там добавили, что-то там убрали. БТ-ху изменили. Теперь она не будет падать после каждого землетрясения на пол. И это не может меня не радовать. Ну и вообще ЗИС тоже хочется поиграть им. Ёшкин как Люшкин. Та-та-там, тир-летим, тра-та-та-та-там, ти-тир-ля-тир-ля, та-там, тир-летим. Ну ладно. Ладно. Начнем с советов. Вон туда... Я думаю, арта успеет отстреляться до того, как наши туда подъедут. Вау, тихо. Противник прям тут. Не, мэн, это, конечно, выглядело эффектно, но было довольно нелепо. Но эффектно. Это же все-таки не World of Tanks. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Вы ж только гляньте. Так... А второй это наш. Ладно. Давайте глянем. Воу! Я сам себя уничтожил. Ха! Я сам себя уничтожил, ребят. Ха! Это просто жесть. Видели, было написано дядя Гоша, уничтожил дядю Гошу. Красавчик. Ну круто он меня подловил, да? Прям вообще, прям знал, что я там окажусь. Да, надо потренироваться с артиллерией. Ну да ладно. Победа победой. Но дерзости нам не помешает. Покачивая перьями на шляпах. Так, сначала арту кинем им. А, вон туда. И... Давайте им проедем вот тут в тыл. Прикроемся этим холмом. Так... И вот здесь с возвышенности можно понакидывать. Так, этот готов. А он еще один едет. Только он, по-моему, остановится. Нет, смотрите, он не останавливается. В боеукладку попал. Тихо. Так. Ну, по идее, они вообще как бы нас тут... Не ждут, понимаете? Ну, почти, почти поджег. Не, надо ему в зад стрельнуть. Так. Ну, хоть он у меня не сводится, надо его добить было. Вот этот сводится, походу. Так, все, здесь мы им в тыл пробрались. Ух ты, ёшкин матрёшкин, ребятки. Вы ж только гляньте. Довольно дерзко у них тут. Так... Скрылся. Надеюсь, что наши смогут... Ой, да они еще и сюда доехали. К нам на базу. Слушайте, ну наши могут не отбить на самом деле. Я просто это чувствую. Наши могут не отбить. Ладно, давайте я отъеду. Спрячусь здесь. Да, смотрите, они уже берут. О, что происходит? Ладно. Давайте туда им кинем. Ладно, вернемся на базу. Не будем тут выпендриваться. Если нам дадут, все нормально. Далее. Окей. Надо с ним справиться, полюбас. Нас, конечно, могут сзади пробить, но это надо еще научиться так стрелять. Видите, он грамотно действует. Во-во, Гашан, стоп. Отлично. Все, с ЗИСом. ЗИС, стой, давай я поеду лучше вначале. Так, окей. Мэн отъехал. Так, его по-моему били. Все, я все правильно понял. Так, ну эту точку надо взять и вернемся на нашу читерскую позицию. Тем более, что нам есть... Зачем это делать? Хотя там Т-60.
Да, знаете, я, наверное, вот тут поеду. Потому что они тут собираются, походу, прорваться. Также. А нам надо их задержать. Хотя, не, знаете, я, наверное, на Аху поеду. А, нет, там наших двое поднимаются. Я думаю, они справятся. Воу, тихо. Так, это Пердюлькин. Нельзя ему подставлять борта. Так-то у нас с трудом пробьет тут. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Такой взял, просто проехал. Ладно, задержали, можно возвращаться. Можно возвращаться. Ух ты, ёшкин матрёшкин. Наши-то там отдались. Ну ладно, двигатель у нас не поврежден. Можно и туда поехать. Так, ну... Ну да, я бы мог тут подняться, в принципе. Но давайте я лучше вот так вот сделаю. Так. У нас Т-34. Ой, ну вы поняли. В общем, он нас отпустил. Так, аккуратненько, Гашанчик, аккуратненько. Во. Фух. А вы знаете, если так подумать, арта его добьет. Я так думаю. Давайте подождем, пока арта добьет, потому что этот танк очень опасен. Разок как выстрелит, мало не покажется. Так. Есть контакт. Все, можно ехать. О, Кубань. Ну что, вы уже сыграли в боулинг, я надеюсь? Потому что сейчас надо будет натирать шары. Ну что, давайте БТ посмотрим. Это же очень быстрый танк и дерзкий. Очень быстрый, очень дерзкий танк. Этот БТшкин. Прам-пам-пам-пам, тирли-тирли-ти. Тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-ти-ти. Тирли-ти. Тирли. Тирли-ти. Тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-ти-ти. Тирли-тирли-тирли-ти. Тирли-тирли-ли-ли. Тирли-тирли-ти-ти-тирли-тирли-ти-ти. Тирли-тирли-ли-ли-ли. Тюрли-тюрли-лю-лю-лю. Тюрлю-тю-тюрлю-тю-тю-тю-тю-тю. От улыбки станет всем светлей. И слону, и даже маленькой улитке. Швибли-дубли, дубли-дубли-дум. Швибли-дубли-дубли, швибли-дубли-дубли. Погнали, все. Чё тянуть кота за хвост, правильно? Не надо его тянуть за хвост, им это не нравится. Вот вам бы понравилось, если бы вас за хвост тянули? Как вы думаете? Я думаю, это не очень приятно. Ну хотя... Смотря чем тянут. Смотря как. Нежно или больно. Или грубо. Не тяни кота за хвост. Если хочешь быть здоровым, почеши бедняги нос. Даже если незнакомый. Пока они там А берут, мы им попробуем С сбить. Так. Здесь у них Т-60. Смотрите, какая прелесть. У него просто пушка не успеет развернуться, понимаете? Ой, это Пердюлькин. Это Пердюлькин. О, БТ-ха, смотрите. Ах. Успел-таки он укрыться. Ну что, у нас двигатель поврежден. Так. Значит, давайте попробуем. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Надо нашего подсуппортить. Этот пытается его объехать, закрутить. А мы, если сейчас тут сможем с камнями разобраться, прям ему в бочину или в зад въедем. А, его вынесли. Тогда нормально. Нашего, правда, тоже вынесли. Ну ладно. Надо держать эту точку. Так. Там, по-моему, еще второй был. Но точку мы отбили. Ну как отбили? По крайней мере, они ее не взяли. Так, у нас тут самолет появился. Что еще тут скажешь? Да, новый патрон мне нравится. А, точно, у нас же теперь вот эта штука есть. Так. Так.
Ясно. Ага, и он туда поехал, да? А здесь что происходит? Ладно. Ну, это, конечно, читерство небольшое, но я думаю, разработчики такие люди, которые запросто найдут потом решение любой проблемы. Посему можно тут не беспокоиться. Так, все, нашли. Так. Ну, допустим, вот тут. Давайте, чтобы у нас был первый выстрел. Так, мы успеем отъехать. Видите, артиллерия попала. Так. Артиллерия готова. Давайте еще разок туда артобстрел сделаем. Но на этот раз вот сюда. Принято, артиллерия, огонь! Нас, кстати, там сзади пытаются объехать. Вот, на скорости причем. Так что он сразу не сможет стабилизироваться, я так думаю. И у нас даже... Видите, он очень спешит. Ой, я тоже поспешил. Так, ну он меня немного вперед вывел. Гошан, отъезжай. Ну вот, видите, как хорошо, если бы я, ну, не заметил, да, то есть, если бы не было разведданных, то как бы мы с ним справились? Он бы сзади просто объехал, прицелился бы и вынес бы нас. Так. Ага. Они все еще там тусят. Но этот, походу, не собирается останавливаться. Давайте вот. Вот сюда он, наверное, поедет, да, я так думаю. Нет, смотрите, он... А, он на своей точке встал. Все, давайте. К нам тут уже едут. Отъезжаем. Так, казенная часть. Отлично. Артиллерия на позиции. Давайте ему тут устроим. Принято, артиллерия, огонь! Ну чё, арта, добьёшь его? Они там в большом количестве рашат. Так, этого тоже накрыли. По-моему, там еще один был, но нет времени с этим связываться. Надо ехать, захватывать точку С. Вау. Какого фига, мэн? Чё ты подписался? Не, подождите, он мертв. По-моему, союзник был, нет? Ну что, едем брать точку С. Точнее, как брать? Сначала надо ее будет отбить. Вау. Это танк, что ли? Да. Давайте его подожжем. Ой, надо было чуть выше взять. Вот, теперь нормально. Так. Артиллерийский удар. Ну, нам надо тут прорываться, как ни крути. Смотрите, он даже не стал стрелять в нас. Ух ты, ёшкин матрёшкин. Так, ладно. Хорошо, что он нам выстрелил. А-а. Там какие-то, видимо, разборки идут. Ой, что-то я заболтался. Обе гусеницы! Я ненавижу эти пни! Какого фига? Они постоянно мне портят танки. Это же наша цель просто. Забавно, да? Так, давайте пока тут их встретим. У нас же есть арт-обстрел. Так. Так. Ага. Окей. Здесь, здесь, здесь. Я думаю, вот так. Давайте ближе подъедем. Мы по-прежнему в безопасности находимся. Вот. Пока нас не объедут. Пока нас не объедут, мы находимся в безопасности. Но, впрочем, тут можно и похамиться немножко. Так. Ага. Давайте вот сюда шмыгнем. Вот здесь нас могут подловить, в принципе. Но можно тут прижаться неплохо. И, в принципе, противника развести немножко.
Так, вы как понимаете, мы уже к ним на базу прорвались. И они после захвата поедут сюда. Также. Если, конечно, захватит. Чего может и не быть. Так. Да ладно. Не нанес повреждения, надо же. Это кто там? Все, теперь-то он уничтожен. Ну что, главное им сейчас не дать их базу взять. И также не дать нас объехать. Давайте сразу сюда кинем арту. И будем тут стоять и наблюдать. Да, кстати, нас могут, знаете, откуда снять? Но мы с этим ничего, наверное, не поделаем. Вон оттуда. Ничего не поделаем, потому что теперь пушка стала очень медленно поворачиваться. Ну, не пушка, а башня. Так, смотрите. Давайте вот сюда сделаем. Потому что, походу, там наши... не знаю, уничтожит его или нет. Так. Ну ладно. Надо рискнуть. Надо рискнуть. Давайте тут вылезем. Один выстрел сделаем и отъедем тут же. Так. Не знаю, я не вижу никого. Здесь очень опасно, потому что у них тут респаун. И много очень техники. Но... Ой, надеюсь, я своего не убил. Не, нормально. Так, давайте глянем, что там творится вообще. Так. Ладно. Раз уж нас тут так много... Раз уж нас тут так много, надо вернуться. Я думаю, наш захватят базу. А нам надо нашу отбить. Как вы понимаете. Можно было бы еще на А поехать, но... Я решаю поступить самым быстрым способом. Так. Сейчас мы сюда подъедем. Пока подъезжаем, быстренько туда арту кинем. Ну что, я решаю все-таки вот этот вот снести танк. Если у нас это получится, будет здорово. Так, а его убили, походу? Да. Если я ничего не путаю. Ха, арта-то, кстати, сработала. Смотрите. Ну, не убила, но попала. Так. Арта. Главное, чтобы нам тут сзади не пробили. Так. Тихо. И... Стоп. Стоп. Нет, союзник. Ты чё, прикалываешься? Так. Точно в цель. А тем временем нас... Так. Давайте. Он нас не попадает. Давай, арта. Воу, 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 воу. Тихо. Надо их тут сдерживать. Всеми силами. Давайте я сюда еще прижмусь побольше. Воу, 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 воу. Тихо, тихо, тихо. Так. Все, да, того он снес, красавчик. Да, вот сюда бы бомбу скинуть, наверное, любой бы сейчас бомбардировщик бы хотел. Смотрите, вот сюда так ему. Бам! Лацим дамай! Лацим дамай, братцун, слышь? Так, продолжаем катать за нашу БТ-ху. БТ-ху фетеху, шветеху береху. Чевеху кереху, переху пепем. Пудипшти тидипшти пугапшти типумшти пудипшти типумшти пумпудипш. Залетев, не забудьте убрать шасси. Ну что, немцы? И, конечно, это ПЗГФПЧ, АУСФ. Это... О-о-о-о, стоп, отмена. Это я уж проходил. Там два человека играют в реалистичных боях. Ну и очень фаново, я вам скажу. Хотя в перспективе, я думаю, буду много играть именно в тот тип боев. Но пока там нет никого и еще есть что изучать. В аркаде давайте тут покатаемся за нашего красавца немецкого. Вот этого вот. А потом, если что, у нас есть еще штук. И это тоже красавелла. А потом мы туда поедем, разумеется.
Кстати, он только подъехал, да? Кстати, а БТ-7 сразу поехал на ту линию, на линию С. Давайте сюда заедем, пока он нам там не влепил. Сейчас мы им тут устроим Кузькину мать. Вы понимаете, да, где мы находимся? Пам-прам-пам-пам-пам, тирли-ти-тирли. Блин, дичайший прорыв просто. Просто дичайший. А, он вперед поехал просто. Нет, он не поехал вперед. Куда он делся-то? Им тут дичайший обстрел. Нет, да, он поехал вперед. Да какого фига? Мэн. Да что за ерунда? Что у тебя там такое-то? Жесть. Ладно, давайте этого попробуем. Сзади. Пробить. Я хотел его к гуслю поставить. Надо ему вот в башню бить, как ни странно. Тихо. И еще разок. Бам. И еще разок в казенную часть. Бам. Ну еще разок. Че она его не киртанула? Все. Эти как казенку выносишь ему, он погибает. Ну, любой танк, в принципе, погибает от этого. Ну что, тащим, нагибаем на нашем немецком друге. Ха, кстати, советов больше беру, да, чем немцев. Но мы сейчас это исправим. Мы статистику изменим. Ну давай, кидай нас в бой. На любую карту. Мы готовы. Согласны тащить на любой карте. Ну что ж, ПФГ, ЧФЦ, ПФ. Тащить на гайбат. О, ребятки. Мы появились на моем любимом респауне. Точнее, на моей любимой команде на этой карте. Она очень имбовая, я считаю. Ну, то есть, у этой стороны больше преимуществ, чем у той. На Карелии, во всяком случае. Хотя, конечно, вот новая фишка этой карты, что респауны справа поменяли местами. Немножко меняют этот баланс. Вот, но все-таки я считаю, тут преимущество есть. Ладно, ждем. Так, кстати, у нас самолеты. Один. И у нас тоже самолеты у них, да? Так, ладно. Давайте пока посмотрим. Напомню, что с нововведением. С нововведением противники не видят, ну и вообще танки не видят по союзному засвету. Вот, поэтому, ну что вообще логично на самом деле. Хотя, может, как-то радиосвязь там раньше и действовала, но... В общем, сейчас такую фишку тестируют, возможно, и она так будет всегда в игре. Поэтому, если, например, мы сражаемся с самолетом, и он нас палит, это не значит, что у нас вражеская команда палит. Хотя, может быть, для авиации сделали исключение. Смотрите, как много у них сейчас танков будет на точке С. И, возможно, мы возьмем... А, вообще без каких-то проблем. Прошу заметить, что 9-10 километров в час, да, мы поднимаемся. Когда мы играем на БТ-хе 7, там, ну, она очень резво идет в гору. Но, ну, собственно, ладно. Я еще думаю, может, у нас сняли апгрейды. И двигатель теперь другой. Может, технические характеристики изменили. Потому что, по-моему, этот танк немного порезвее был. Ну да ладно, он мне все равно очень нравится. Я надеюсь, он свою 60-ку все-таки будет развивать. Так же бодро, как он делал это раньше. Так. Ну что? Давайте посмотрим. Так, ладно, значит, он только здесь может появиться. Так же. Мы все контролируем. Да, слушайте, а у нас... Это союзник, так? В принципе, тут... Что происходит? Знаете, что он делает? Он хочет, чтобы у него был, ну, полностью перезаряжен боекомплект, и он его разряжает. Пипец, сколько же там патронов-то? Вау. Забавно. Смотрите, он просто... Все, точка захвачена. Давайте поедем на С.
Тем более там уже наш штук, ну, союзный, я имею в виду, их развлекает. Так что давайте вот здесь вот мне нравится стоять и их контролировать. Мы, конечно, недолго будем стоять, по крайней мере, ну, пока вот сюда хочу стрельнуть. Все, заряжающий, это вообще жесть. И вот сюда. Командир. Ребят, он даже, наверное, свестись не успеет моему. Не, смотрите, успел. Отъедем. Так. И давайте в дуло. А, это, кстати, он может быть артиллерийский удар. Так, а у нас тем временем двигатель поврежден. Что делать, что делать? Двигатель поврежден. Значит, еще один или два попадания в двигатель, и наш танк будет уничтожен. Ну, давайте все равно вот здесь проедем. Будем играть передним бортом, потому что двигатель у нас сзади расположен. И, я думаю, видите, спереди у нас никакие модули не повреждены. А значит, мы можем наперед еще принять несколько ударов. Давайте это использовать. Поэтому вперед я без нужды не буду крайне ехать. Вот, а здесь я смогу еще пострелять. Так. Ладно. Вот так. Я, по-моему, вот этот вот ствол, он не является прозрачным. И мы можем здесь стоять. Мы еще успеем выстрелить. Он нас не успеет свестись. Кстати, жив еще. Так. Что меня радует против ЗИСа, что он везде пробивается. Так, а вот теперь нам еще в башню попали. Так, значит, у нас теперь еще... Ну, башня-то, в принципе, может быть повреждена. Ладно, давайте не будем тут рисковать, сливаться. Позиция важная. Бэху, я думаю, нас отобьют. А мы тем временем поддержим наших. Вот, если противник вздумает тут ехать. Так, он, по идее, не... Мы берем С, но не контролируем Б. Мэн. Да ты, походу, вообще, да, про неуязвимость ничего не слышал? Странные люди. Пам-пам-парарам, тим-тим-тирир. Тарлим там тип та тирим тим тирли тирли ти ту 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 ту. Что сейчас будет? Сейчас наши отобьют точку А. Потом противники поедут брать точку Б, потому что они ее уже берут. Следовательно, нам надо туда приехать. Так, сейчас попробуем подсуппортить. Если, конечно, противник не уедет, это будет его большой ошибкой. Да, смотрите, он не уехал. Ну, второй раз мы не смогли выстрелить. Но я думаю, наши сейчас собьют им точку А. И если мы... Видите, мы проигрываем по счету, но если мы сейчас удержим точку Б, то мы... победили. Поэтому нам надо рисковать. Это тот случай, когда тут нельзя что-то стоять, там ждать, хитрить. Нам нужно рисковать, но рисковать так, что, ну, чтобы если у нас что-то получится, то это гарантирует, ну, гарантировало бы нам победу. Поэтому мы едем на Б и будем ее не просто выбивать у противника, а мы будем ее захватывать, понимаете? Вот. Ну, разумеется, мы тут не поедем, потому что сверху с ней... Но вот отсюда можно. Ой, смотрите, у них там штук. Ёшкин, матрёшкин. Это будет непросто, я вам скажу. Ну ладно. Тихо. Бам! Так, один готов. И теперь... Видите, я даже не смотреть не буду. То есть пусть он там сражается. Нам сейчас важно доехать до этой точки. Посмотрим, что там справа. Тихо-тихо-тихо. Убиваем его скорей. Да, к сожалению, мы, наверное, не успеем его тут вынести. Не, подожгли-таки. Нам надо успеть развернуться. Но с точки нельзя уезжать. С точки нельзя уезжать. Так, все. Берем точку, захватываем. Прижимаемся вот здесь, чтобы прикрыть как можно больше мест у нас. И все, и ждем. Ждем противника. Ой, у нас там тоже берут точку С. Но я думаю, наши выбьют. Я думаю, наши выбьют. Там уже поехали.
Так, ну все, если мы захватим, это победа. Потому что мы сразу вперед поедем, да. Все, нам надо теперь ехать вперед. Тихо, стоп. Бам. И отъезжаем. Потому что там ЗИС показался, а ЗИС нас может ваншотнуть. Так, отлично, все. Похоже на победу. Да, она и есть. Ну что, это прикольно, скажем. Так, риск. Риск окупился, скажем так. В полной мере. Все, ну что, можно и ехать отдаваться. Рискнуть тут, добить этих ребят. Бам. Ну, эта штука, что тут скажешь. Танк-нагибатор. Надеюсь, вам понравились эти бои. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч.